Смерть работницы на территории предприятия расследуют в Акмолинской области. 54-летняя женщина погибла под колесами грузовой машины. Как стало известно, водитель большегруза наехал на нее, когда сдавал назад. Травмы оказались несовместимы с жизнью. О случившемся в отдел полиции сообщил фельдшер врачебной амбулатории, который прибыл на место происшествия. Погибшая была жительница одного из близлежащих сел Егиндыкульского района. Помимо правоохранителей, предприятие проверяет инспекция труда. В ходе осмотра места происшествия сотрудникам полиции было установлено, что водитель грузовой автомашины, 57-летний житель Туркестанской области, при выполнении маневра задним ходом допустил наезд на работницу предприятия. От полученных травм женщина скончалась. По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка государственным инспектором труда.